Медведь? Э, он смотрит на меня. Он такой. Да это же Хиачи Мишима. Что он здесь делает? Джентльмены, вы вдвоем тоже гоните за нашим ящиком. Если вы победите, мы расскажем все, что знаем. А если проиграете, мы заберем медведя. Так тебе захотелось тушеной медвежатинки с перцем и не дымящегося тарелку с медвежьим отбивным. Звучит неплохо. Но сначала тебе потребуется победить меня. Эй, эй, медвежатина невкусно, нет. Что ты делаешь? Прошу прощения, просто... Медведь, я просто хочу приручить его, понимаешь? О, пришельцы! Такие симпатичные! Угу. Что? Что теперь? Дайте, я попробую. У меня получилось! Задание выполнено! Ну, ребята, приветик! Итак, похоже, что вы в довольно хорошей форме. Вы тренируетесь? Может быть, занимаетесь спортом? А ты еще кто? Кто я? Круче нас нет. Вы ведь умеете драться, мальчики, и не хотите поразмяться? Че? Желание с криком жить прочь вполне понятно, но вы у меня в руках. Может быть весело. Bring it on! Давай! Уф, едва уцелели, Акума. Эй! Старик? Нет, так нечестно! Это нечестно!